Подготовка к новому урожаю на Одинцовском продуктовом рынке идет полным ходом. Один из важных этапов – заполнение рабочих мест. Сейчас начнется ягодно-овощной сезон, и, соответственно, у нас всегда нагрузка возрастает по уборке территории. У нас на самом деле уже несколько лет подряд жители ДНР приезжают именно в сезон на подработку, поэтому для нас это, скажем так, это не новшество. С обострением мировой ситуации для жителей Донецкой и Луганской народных республик трудоустройство стало самой актуальной темой. В Подмосковье продолжают прибывать беженцы, вынужденные покинуть свои дома и начинать жизнь заново. Наши предприниматели не остаются в стороне. Был такой случай, нам в соцсетях несколько недель написала девушка, написала, что она из ДНР, она ищет работу. У нее кто-то из знакомых работает в Одинцово. Вот, наш начальник отдела кадров с ней связалась, обсудили все вакансии. К сожалению, она сейчас на связь не выходит. Мы очень надеемся, что с ней все в порядке. Одинцовскому подворью требуются разнорабочие, продавцы, посудомойщицы. Квалифицированного специалиста примут на вакансию архитектора. Администрация рынка не выделяет жилье, но помогает во всех других организационных вопросах. Сейчас есть определенные условия, скажем так, облегченный порядок устройства на работу по справке беженца. Скажем так, наш отдел кадров и наша юридическая служба готовы проконсультировать и помочь с получением нужных документов. Вакансии предлагают и другие организации Одинцовского округа. Более подробную информацию о них можно получить на сайтах предприятий. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».